А сейчас прозвучит музыка Берковича. Интересный факт. Беркович, очень мало о нем можно было найти в интернете или в других источниках. Единственное известно, что он родился, прожил всю жизнь и умер в Киеве. Много лет он проработал в Киевской консерватории. Также мы знаем, что у Берковича очень много произведений для детей. Как педагог хочу сказать, что эти произведения, может быть, не обладают таким богатым тематическим материалом, однако они очень полезны для каждого ребенка, кто хочет стать музыкантом, пианистом, они очень важны. Это и вариации, и пьесы для фортепиано, и, конечно, фортепианный концерт. Сейчас прозвучит второй фортепианный концерт Берковича «До мажор», первая часть. Исполняет ученица 3-го класса музыкальной школы имени Римского-Корсакова Мария Сергеева.